Здарова всем, ребята, меня зовут Кент АПК, и прямо сегодня я буду прокачивать Мэнушак Михайловну и... Рустама, всем привет! Эти два счастливчика попали в прокачку. Я их прокачаю, ну и потом отдам голду. Так, ну что же, ребятки, вы готовы? Я не слышу! Да! Я не слышу! Давай, давай, вы готовы? Готовы, да! Это очень-очень круто! Так, ну что же, но перед началом этого видео что надо сделать? Подписаться и нажать на колокольчик и подписку на канал. Ты забыл самое главное, смотрите, подсказка. Поставить лайк, ребята, конечно же, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Тогда я буду прокачивать всех бабушек мира. Если поставите много лайков, я прокачаю и вашу бабушку. MyStandoff.ru – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru. Так, ну что ж, ребятки, прокачивать Мэнушак Михайловну и Рустам я буду через свой аккаунт, а потом просто-напросто передам им голду. Ну что ж, братанчик, выбирай, какой кейс мы покупаем. Давай так, 10 кейсов ты выбираешь, 10 кейсов твоя бабушка. Выбирайте любые кейсы, выбирайте. Давай, бабуля, какой кейс? Какие кейсы? 10 штук, выбирай. 10 штук, писать. Давай, Rival. Короче, бабушка любит играть в G-команда, как я понимаю, да? Окей, 10 да. кейсов выбираем. И теперь 10 кейсов выбирай ты, Рустам. Фейбл. 10 фейбл кейсов. Без проблем. Бабуль, ты готова? Да, наверное, не знаю. Я не слышу. Готова? Готова, готова. Все, все готовы к прокачке. Блин, позже я забыл, как зовут еще бабушку по отчеству, по имени отчеству? Мэнушак. Мэнушак Михайловна. Хорошо. Мэнушак Михайловна, сделать какое-то заклинание на аркану. Бабуль, сделай какое-нибудь заклинание. Шарарай, болтай, вот так делай. Давай. Ну, типа, шалтай-болтай, типа... Болтай, выпили аркана. Все. Поехали! За Мэнушаки Рустама полетели и на выпадают! Дятишу! Desert Eagle. Блин, начало Eagle. Так себе. Начало так себе. Бабуль, тебе нравится этот скин? Нравится. Спасибо большое моим друзьям OneHicks, потому что благодаря им у меня такой крутой инвентарь. Они мне очень сильно помогли. Там хороший штаб сотрудников и самые большие цифры. Вся инфа снизу. Также вы сможете получить хорошую премию по слову Кент. Прокачиваем вас дальше. Следующий Rival Case. Теперь, Рустам, у тебя заклинание. Кент АПК топ, давай аркану. Давай, Кент АПК топ, давай аркану. И Рустаму его бабушке выпадает. Дятишу. Вот это я понимаю. Вот это понимаю. Вот это вы мажоры. Поехали дальше. Бабуль, что тебе больше нравится? Аркан или рарки? Ну, аркану или рарки выбирай. Аркан. Аркан. Слушай, у тебя бабушка шарит. Нифига себе. Ну что же. За бабушек всех мира. За бабушек. За бабушек. За бабушек. Железо Старфолл. Ну, такое себе. Такое себе. Можно и лучше, конечно. Так, ну что, поехали. Я предлагаю, давай сразу откроем 4 кейса залпом. Давайте так, давайте сейчас все поднимем кулачок. Это кулачок аркана будет означать. И не опустим давай, его, давай. Не опустим этот кулачок, пока нам не выпадет аркана. Подожди, а что бабушка? Да, поднимаем кулачок. Ну что же. Бабуль, подними. Давайте. Поехали, поехали. 4 кейса давай. Подряд. Пока не выпадет аркана, не опускаем. Пока не выпадет аркана. Так. Блин, ну что-то начало так себе. Ты пока не отпускай, бабуль. Ты проверяй, потому что если бабушка отпустит, все заклинание собьется. Поехали! Rival, Rival, Rival кейс, не подведи! А Кэрри Карбон статрек или не? Блин, даже не статрек. И полетели! Так, 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 кто? АКР Некромансер! Все, можно опускать. Просто красавчики, давайте, пятюню, пятюню, пятюню давайте. Пятюню. Уху, красавчики, просто хэштег по красоте. Ничего, АКР Некромансер выбили. Открываем еще один кейс. Фух. Давай, открывай еще. Поехали, 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 поехали. Блин, АКР Карбон, ну чё так себе, братанчик, не везет. Так, Рустам, ну что, вы готовы открывать кейсы дальше? Конечно, готов, всегда готов. Давай, прямо сейчас сделаем бустные ножи. Давай, прям полностью все бусты. Давай, делай буст полностью на все ножи. Возможно, сейчас вам с бабушкой повезет. Возможно, сейчас будет полная жесть. Кстати, спроси у своей бабушки, она когда-то играла в мобильные игры? И не хочет ли она попробовать поиграть в стендов? Бабуль, ты когда-нибудь играла в мобильные игры? А, бабуль, ты можешь передать привет кому хочешь, из своих близких или родных? Передаю привет моему внуку и всем знакомым. Блин, у тебя очень милая и добрая бабушка, вот я прям вижу. Прям хочется вам выбить аркану, чтобы вдвоем шпилили и тупо всех нагибали. Поехали.
Кошка. Пум-пум-пум-пум-пум. Блин. М40 бегал. Блин, ну я стараюсь со всех сил. Я не знаю, что-то сегодня не то, что-то сегодня не так. Давай я выберу цифру и открою этот кейс. Давай. Давай, давай, давай. Работает. Давай, выбирай цифру, давай. Открывай кейс. Какой? 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И полетели. Как вы думаете, что выпадает? Как ты думаешь, что выпадает? И, к сожалению... Ну, блин, можно и получше. Что-то можно и получше. Блин. Давай, короче, сейчас откроем 3 кейса просто за всех бабушек в мире. За... Я, куда бабушка ушла? А, она ей позвонили. Ну что же, открываю сразу 3 кейса просто за всех бабушек мира. Просто всех... Давай. За всех бабушек. Поехали. О, нож бабочка! Блин, почти. Блин. Ну, увы, ах. Так, давай дальше. Сразу 3 кейса залпом. Открываю 3 кейса залпом. Второй кейс. Давай. За всех бабушек. Ну. Блин. Давайте, короче, сейчас все будем кричать аркана. Возможно, нам навалит. Давайте. Аркана. Давайте вместе со мной. Аркана. 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 Да блин, твою ж налево. Что это такое? Египетская сила. Блин, нормально же общались. Нож. 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 Поехали, поехали. Давай, давай, крутится. Ну? Ну, блин, почти, смотри, справа был Dragon Glass. Да, блин, почти, почти. Вот мега секретный буст от кента. Смотри, раз буст, два буст, три буст, 4 буст. Поехали, поехали, поехали. Блин, надеюсь, бустом повезет. Пожалуйста, буст, не подведи, и тебе... Почти нож бабочка! Почти Dragon Glass. Блин, капец, как обидно. Слушай, Рустам, расскажи что-то про себя, как давно ты меня смотришь? Я тебя смотрю уже меньше года, я вот это, всегда лайкаю твои видео в Красавчик. Инстаграме тоже. А ты можешь спросить у бабушки, если она не против, чтобы она немножко рассказала о себе? Ну, если она не против. Окей, бабуль, ты не против, если что-то о себе скажешь? Ну, например. Просто, ну, вам будет интересно что-то узнать о вас. Работаю лицей, поваром, не знаю, уже давно. А... У меня 3 диплома. Ух, ого. А сколько лет бабушке, если не секрет? Бабуль, сколько опять же. Тебе лет? 60. 60? Так вы еще хорошо выглядите. Я вам максимум 18 дал бы. Максимум 18. Так, ну что же, полетели. Так, так. Блин, египетская сила. Ну что это такое? Слушай, вообще чуть ничего нормально не падает. Уже всю голду мира потратили. Давай обманем кейс, сделаем буст на рарке, а потом откроем, и нам будет аркана. Это, короче, будет такая хитрая ловушка от Кента ПК. Так, раз, два, три, 4, 5. Вышел зайчик погулять. И полетели, полетели. Просто полетели. И... Ну, блин. Давай, закрываем глаза. Закрываем глаза. 2. Закрывай глаза. Ой, стой, подожди, как я кейс открою? 1, 2, 3. Так, закрыли глаза, закрываем, закрываем. Сейчас, возможно, упадет аркана. Возможно, мы станем богатыми. Возможно. Возможно. Ооо, наконец-то хотя бы что-то Отлично. Нормально. Хотя бы что-то Отлично. Нормально. Слушай, ну наконец-то. Так, осталось, осталось последних 2 кейса. Да. За Рустама и за твою бабушку. Поехали. Угу, давай. Давай, 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 давай. Ну, блин, эпик. А твоя бабушка, если не сложно, может дать кулачок, и я сразу открою кейс, и вдруг нам навалит. Бабуль, просто вот сюда вот так кулачок, дай вот так кулачок. Опа, поехали! Сейчас будет аркана, все. И... Ну, блин! Все, мы все проиграли. Опять будут писать бомжатская прокачка от Кента ПК. Но, ребята, к сожалению, нам сегодня не очень повезло. Да. Ну что же, спасибо, что вы поучаствовали в прокачке. Вы реально топовая бабушка. Я думаю, каждый бы хотел бы себе такую бабушку, как вы. И у вас очень хороший внук. И прямо сейчас я вам передам приз. Так что играйте вместе с внучком. Спасибо. Да, спасибо большое. Так, ну что, выставляй скин тогда. Кибер, кибер. М110 кибер, правильно? Да,
То есть мне с комиссией ставить или? Ну давай 600 голды. Вот у меня вся голда какая есть, я тебе отдам всю, абсолютно всю голду, что у меня есть. Давай 600-001, давай. Давай, 600 голды, М110 кибер. Короче, ребят, да, я ему отдам даже больше голды, чем он выиграл, потому что я считаю это справедливо. Он позвал бабушку, он реально устроил нам с вами контент. За это ему прям огромный респект и большое спасибо, конечно же, бабушке, то, что она согласилась в этом поучаствовать в сумасшедшем доме. Если что, буква Н такая. Окей, сейчас я найду. 600 голды, о, нашел 600 голды. Лишь бы не было фейков, лишь бы не было фейков. А тут сейчас тут куча фейков появилась. Раз, два, три, четыре. У тебя снайпер. О, все. Где ты? Купи. Там кто-то купил у меня. В смысле, кто-то купил? Да, прикинь. Обалдеть! Да. Короче, ребят, если вы не поняли, то эта прокачка происходила в режиме реального времени прямо на стриме. И только что у Рустама купил кто-то другой, даже не я. Блин, Рустам. Ну давай я тебе тоже отдам, наверное, так будет честно. Да. Короче, ребята, прямо сейчас я Рустаму отдаю его приз. У него уже один раз купили мои подписчики. Ну, а в этот раз уже куплю я. Считай, он получит на халяву 1200 голды. Ну что же, покупаем. Все, купил. Да. Уху, 1200 голды. Слушай, надеюсь, тебе этого хватит на нож. Надеюсь, ты реально рад этой прокачке. Ну что же, как у нас вышла прокачка на 1200 голды сумасшедшая. Большое спасибо вам с бабушкой. Ребятки, а вы, мои уже подписчики, поставьте лайк и подпишитесь на канал Кента ПК, мне будет очень приятно. Если вы хотите попасть в прокачку, добавляйтесь ко мне в Инстаграм и ко мне в ВК, потому что именно там я выбираю людей для прокачки.